В рамках реализации послания президента и поручения правительства Республики Казахстан сердце шелкового пути появилось на стильных рюкзаках из натуральных тканей. Пока это пробная партия. Дизайнеры поработали с цветовыми решениями и определили оптимальный. В такой же цветовой гамме выдержаны подарочные кружки, а также небольшие брошюры с кратким экскурсом по туристическим местам области. Как наглядные пособия брендирования товаров для туристов и гостей, аксессуары станут аутентичными атрибутами памяти о поездке в Южно-Казахстанскую область. Когда я убедился и утвердился во мнении, что идея «Онтустык» основана на буквосочетании «он», она имеет место и имеет право на существование, я начал активно развивать именно это буквосочетание. И вы знаете, в процессе работы над созданием бренда я взаимодействовал с разными направлениями области. У меня 4 основных таких направления. Это развитие туристической инфраструктуры, туристического направления, это развитие инвестиционных проектов, это работа с промышленными предприятиями, которые производят продукцию южно-казахстанского региона, и непосредственно визуализация тех инициатив, которые осуществляет акимат области. Область нуждается в сувенирной продукции, отличной от других регионов страны. В ближайшем будущем гости ЮКО смогут воспользоваться канцелярскими товарами с брендом «Онтустык». Прекрасным подарком на память станут сувениры. Сегодня печатную продукцию туристского центра можно приобрести в нескольких информационных киосках «Онтустык». Блокноты, телефонные чехлы, самые востребованные. Аксессуары, да. Действительно, да, востребованные. Это флешки брендированным. Это, возможно, будут ручки, еще буклетики, календари. Все это будем запускать. Красочные альбомы рассказывают о возможностях для путешественников. Заповедники, зоны отдыха, красивые места города и области. И совсем неожиданно – гастрономические туры, которые начинаются на рынках и заканчиваются тематической подачей блюд в ресторанах Шымкента.